Североказахстанскую область с рабочим визитом прибыла делегация из Германии, представители компании «Класс». Комбайны, тракторы, посевные комплексы, жатки. Немецкая техника «Класс» зарекомендовала себя как одна из самых лучших во всем мире. В Петропавловске их завод по сборке сельскохозяйственной техники начал свою работу в 2021 году. На реализацию проекта из республиканского бюджета потратили более 4 миллиардов тенге. За три года на заводе собрали больше 700 единиц разной техники и оборудования на 54 миллиарда тенге. Что сегодня достигло, это стимул для дальнейшего процветания вашей компании, в нашей области, в нашем городе. На сегодняшний день все условия необходимые мы создали для вас. И дальше мы готовы поддерживать, вместе двигаться. Дальше надо локализацией заниматься. Наша область является одной из главных производителей сельскохозяйственных культур. Благодаря открывшемуся заводу стоимость сельхозтехники для североказахстанских аграриев удалось снизить на 30%. Но этого недостаточно, отметил глава региона, особенно для мелких и средних хозяйств. Хочу отметить, что мы очень рады взаимному сотрудничеству. Мы долго шли к реализации проекта, и вот уже несколько лет работаем в вашем регионе. Сейчас мы замечаем, что количество техники растет. Это не может не радовать. Что касается цены, мы считаем, что должно быть правильное ценообразование. Мы рассмотрим все варианты. В конце встречи немецкая делегация пригласила главу региона посетить сельскохозяйственную выставку в Германии для укрепления сотрудничества. Анна Куликова, МТРК.